самоделки. И сегодня мы будем делать открытку своими руками на день рождения. Ведь каждый день в мире у кого-то день рождения. А если день рождения сегодня у тебя, то мы тебя поздравляем. Желаем много улыбок, счастья и вот столько здоровья. Но прежде чем начать, не забудь поставить лайк и подписаться на наш канал. Поехали! Для начала мы берем плотный лист картона формата А4. Находим середину, делаем отметки сверху и снизу. С помощью любого тупого предмета проводим линию сгиба. Сгибаем нашу основу открытки напополам. Заранее мы подготовили из плотного белого картона лист формата А5, который мы обрезали на 5 мм меньше с каждой стороны. И вклеим его. Мы используем клей ПВА. Вы можете использовать любой подручный клей. В нижней части нашей открытки на лицевой стороне мы находим середину, делаем пометку, прочерчиваем линию. Отступаем где-то 3 сантиметра вверх. Ставим циркуль в нашу отметку и, приблизительно делая отступ где-то в 1,5 сантиметра от края, мы прочерчиваем такую окружность. Она у нас будет неправильная, выходить за пределы, но нам так и надо. Теперь мы это вырежем. Должно получиться вот так. Подкладываем нашу вырезанную часть, берем маркер и обводим контур по всей окружности. Далее нам понадобятся вот такие отрезки, которые мы начертим таких размеров. Теперь сгибаем по линиям сгиба, которые мы сделали заранее, предварительно. На одну из сторон наносим клей и склеиваем. У вас получится вот такая коробочка. Таким образом, нам нужно склеить все наши полосочки. Наши подарочки готовы. Наносим немного клея в середину и приклеиваем. Вот так у вас должно получиться. Теперь даем немного времени, чтобы клей схватился. Затем нам понадобится вот такая атласная тесьма. Из нее мы будем делать вот такие бантики. Выравниваем и затягиваем. Лишнее обрезаем. Теперь берем двухсторонний скотч на пенной основе и сверху каждого подарочка наклеиваем небольшой кусочек. Он понадобится нам для того, чтобы закрепить наши бантики. Приклеиваем аккуратно наши бантики. Теперь нам нужно сделать вот такую бабочку, а точнее две. Берем желтый лист бумаги, складываем напополам и рисуем бабочку. Вырезаем. Раскрываем, и у нас получаются вот такие две бабочки. На одну из бабочек клеим серединку двусторонний скотч на пенной основе и приклеиваем вторую бабочку. Вот так. На обратную сторону бабочки мы наносим немного клея и приклеиваем ее в левый бок. Пока бабочка сохнет, мы нарисуем вот такие цветочки. Нам их понадобится 9 штук. Берем красную плотную бумагу, на циркуле отмеряем 2 сантиметра и чертим круг. Выделяем серединку и прочерчиваем вертикальную и горизонтальную линию. Отмеряем на циркуле 1 сантиметр. Прикладываем так, чтобы карандаш наш ложился на крайнюю линию нашего круга. Прочерчиваем круг и так делаем с каждой стороны.
и будем обрезать по черному контуру, который я вам нарисовала. Вы контур не рисуйте, а обрезайте сразу. И у вас получится вот таких 9 цветочков. Теперь берем каждый цветочек и складываем его напополам. Мы подготовили такие желтые кружочки диаметром 1 см. Наклеиваем в серединку после того, как мы их согнули, наши цветочки. И проклеиваем такие серединки желтые в каждый наш цветочек. Вот какие красивые яркие цветочки у нас получились. Теперь нам надо по 3 разделить их. Вот так. Наносим клей на одну из сторон нашего цветочка. И склеиваем со второй половинкой. И наносим клей еще на одну половинку цветочка. И приклеиваем следующий. Должно получиться вот так. Теперь нужно приклеить наши цветочки на лицевую часть открытки вот так. Вот так празднично мы украсили нашу только лицевую часть открытки. А мы продолжаем украшать ее дальше. При помощи линейки и черного маркера мы проводим полосу от цветочка до конца нашей открыточки. Получается, как будто наш цветочек висит. Вот так. Внизу рисуем бантик. Маркером рисуем туловище у нашей бабочки. И делаем такие усики. Чтобы преобразить наши подарочки, мы начертим на них вот такие полосочки. Открываем нашу открыточку с днем рождения. Мы заранее карандашом подготовили надпись, написали с днем рождения. Берем синий маркер, вы можете взять любой фломастер, и обводим нашу надпись. Украшаем внутри нашу надпись еще сердечками. Дополнительно мы их вырезали заранее. Посмотрите, какая красивая у нас получилась внутри открыточка. Мы еще немножечко украсили ее стразами с лицевой стороны. И вообще выглядит очень шикарно и, конечно же, подымет на любой день рождения настроение. Вот такой замечательной открыткой вы сможете порадовать своих близких, друзей, подруг, даже маму с папой. Или бабушку с дедушкой. Не забудьте поставить лайк, подписаться на наш канал, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить наше следующее видео. А мы вам говорим пока-пока! Пока-пока!